участков органами местного самоуправления определены только 36. Из них полностью соответствует требованиям всего 5 участков, на 3 из которых уже в этом году будет начато проектирование полигонов за счет средств краевого бюджета. Так, на текущий год предусмотрено более 40 миллионов рублей на проектирование полигонов в Амурском, Солнечном и Вяземских районах. 25 участков частично соответствуют требованиям. По ним необходимо продолжать работу, завершать процедуру перевода из земель лесного фонда, внести изменения в документы территориального планирования. Из определенных земельных участков 6 полностью не соответствуют требованиям. Необходим подбор иных земельных участков. А по 40 объектам земельные участки муниципальными образованиями не представлены вообще. Прошу глав муниципальных районов обеспечить формирование земельных участков под строительство объектов в максимально короткие сроки.